Давай, первую позицию. Я смотрю, сейчас по бумагам почему-то стало 30 киловатт. Раньше все время 25 делали. Не, вот здесь плюс-минус. Ну да. Это 25 киловатт. 25-35. Ну вот даже 20 киловатт это тоже в допуске. Потому что есть ТМ-18 и ТМ-2, допустим, у них немножко характеристика другая, и мощность тоже настраивается. Ну, тут видишь, первая позиция, как бы это при маневрах. Плохо, когда он прыгает, мощная сильно первая позиция. Ну, Коля, считай, что у нас там. Говори, что ли? Ну, сейчас пока рано считать, потому как у нас генератор работает еще. Ну, там еще я, насколько вижу, меньше 25 киловатт. Немножко прогреется, подсядет. То есть здесь должно быть 250 ампер, а здесь должно быть 100 вольт. Тогда будет 25 киловатт. Ну, чуть-чуть меньше. Подождем, да, и бочка холодная. Надо учитывать температуру работы генератора. Это в книге тоже сказано. Не прогретый вообще. Сначала прогреть до 60 градусов. Да, 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 да. Генератор, а потом уже настраивается внешние характеристики. Греем, но я его немножко... Сейчас вроде правнее стал работать, красивее. А то перестуки вот эти мне не нравятся. Мы грели дизель, а теперь надо генератор еще тоже. Ну а как без этого? Генератор обязательно. А как без этого? Проводимость разная. Чем холоднее проводник, тем у него... Сейчас вроде бы с оборотами у нас все хорошо. Ну что, пошла обкаточка. Первая позиция под нагрузкой. Да, где-то я так посмотрел, 20 киловатт примерно. Сейчас не поймаешь по этим приборам, надо более точно. Так что... Почти норма. Да и потом, ножи там как? Ножи здесь мощные, для 2D делали специально для основ. Просто чуть опустил, ток просто поднимается. Да, эта бочка, конечно, серьезная. Это... Да, из 2D, так в самый раз. Она на такие, ну, 2D-116. Что, попробуй, попробуй. Ну, подожди, дай минут 10. Все-таки обкатка. Нам не про... Обороты те же самые будут. Я знаю. Нагрузка просто будет. Там, насколько я помню, 80 киловатт, да, на второй позиции? Да, до 80, 85. Ну, все правильно. Минус 10, 75 даже. Пошла, слышно сразу, да, нагрузка. Да. Вентилятор. Ты охлаждение открыл? Да, Леша там балуется. Леша балуется. Да нет, надо все проверить перед тем, как нагрузку давать, чтобы все жалюзи открывались. Боковые, верхние, масляные. Но я отсюда вижу, что боковые открыты. Сейчас верхний он посмотрит. Жалюзи все работают. Главное, чтобы они работали на автомате. Вот кнопка включения автоматического управления холодильником. А сейчас он вручную нажал все. Верхний открытый, все, да? Да, да, все. Ну тогда выключаем, пускай на автомате будет. Да, да. Так. Да они открывались. Я сейчас пойду, наверное, просмотрю дизель со всех сторон. А, что-то у меня форсунки потекли. Просмотрю.
Так, заглянем в шахту.